Всем здравствуйте, уважаемые зрители канала Taurus Gaming Revival. С вами Gremlin Serge, и мы продолжаем играть в The Basement Collection. И у нас продолжается наш геморрой в Midboy, уже третья серия. И далеко ли мы с вами ушли, мне интересно. Я-то знаю, что мы ушли недалеко, а судя по всем уровням, которые нас ждут, нам еще дольше придется заниматься. Thank you.
Справились.
руке. Они все равно у меня будут болеть. Кстати, вот в таких вот воздушных маневрированиях вот эта вот слоупочность очень помогает, если честно. Знаете, сейчас
себя чувствую. Кто помнит в Супер Meat Boy механику с магнитами? Когда она только светится, и ты типа от них отталкиваешься или притягиваешься, там в зависимости от того. И вот сейчас вот эти вот полеты все примерно на это все похожи. Надо не забывать, стены — это лава, пол — это лава. Опа. Хитбокс лавы. Игра не отвечает. Карта загрузка. Что там мое спорт?
так нужно делать. А вот так вот делать не нужно, когда я вот от края отпрыгиваю, прям в дальний угол поднимаю. Вот это вот мне и замедляет. Ну окей, ладно. Пожалуйста. Что это ты сейчас делал, дружище? Так, ну на этом уровне мы видно до конца серии. Да. Самое главное. Я вот вообще не помню, что мы дало свое место героев в прохождении супергероя. Я не помню, чтобы хоть кто-то заикнулся про мидбоя на флешке, словно его и не было, и на самом деле я долгое время не думал, что супер мидбой — это просто супер мидбой. Надо было. Что может быть лучше, да? Того, когда твой персонаж не хочет прыгать. Прыгать он не хочет, видите ли. Я, конечно же, понимаю, что здесь как бы лавы нет и стимула у тебя лишний раз прыгать, чтобы жопу спалить, нету. Но у тебя есть другая проблема. Это сдвигающийся. Честно вам скажу, вот эти вот прыжочки меня губят. И мне это не нравится. Я каким-то способом должен доезжать. Ладно. Смиримся с этим. Вот, и так по факту, если правда продолжим размышлять, я видел, наверное, прохождение 6. Вообще никто не заикнулся про оригинального мидбоя, а не про супер мидбоя. Сначала было вроде неплохим, но потом что-то я слился. Ладно. Да прыгай ты, блядь! Задушить бы хотелось бы. Ладно. Первая и единственная мысль, которая мне сейчас пришла, это то, что я слишком почему-то зациклился на том, чтобы... Ну вы поняли, надо
Самое главное, здесь у нас не ворвется экран, как в нем. Мне так показалось. Сатана выходит просто. Раз мы в аду здесь, то сатана должен прийти. Вот. Чё ты? Ладно, это уже всё. Понимаете, жмёшь по направлению к стене, нажимаешь прыжок, а он не прыгает. Он не хочет прыгать. Стоять, мразь! Так. Ну, понятно. Не, вот с этим пилотированием замедленно такие моменты гораздо проще, чем то, что было. Третий уровень, господи. Ну что, давайте что ли еще один. А, один, два, три. Три. Хорошо, окей. Бульдог. Попробуем еще один. Ой, какая мерзость здесь начнет сейчас, наверное. Я так и не понял, что. Медленно, да, нудно, но весьма проходимо. Давайте еще раз один. Тогда еще давайте один попробуем. В чем подвох? Прыгать, когда тебя просят об этом.
и легким там бац тебе. Просто заноза в заднице. Вот как сейчас, например. Ну и чё?